Брянский мост растет и крепнет, и мост стремится в небеса, а Крымский мост восьмое чудо света, как и блек России чудеса. Вот раньше мы пробки лили, помнишь? Ну да. Да. Водочные. Да, мне очень это не нравилось. А вот сейчас, в данный момент, короче, мы, короче, начали, короче, делать, короче, запчасти для Крымского моста. Да. Как пошел заказ, так у нас поперло, мама, не горюй, ее. Вообще пиздец. Что, ипотеку выплатил? Ипотека, блядь, хуека, я вот там, блядь. Короче, слышь, мы сейчас, короче... И, блядь, изоляторы до Крымского моста, блядь. И все. И слава богу Путину. Вот он сам и звонит, кстати. Скажи, детали для Крымского моста готовы. Смотри, кто звонит. Путин. Ты удивлен? Да нет, не особо. Здорово, детали для Крымского моста готовы. Алло! Что ты там пердишь, ёпт? Путин звонит. А то я тебя сейчас убью, слышь, собака, блядь. Ты мне говори, короче, реально. Опричнина. Вот они, опричники сидят. Алло. Не опричники, это, блядь, прям какой-то ФСБ, блядь. Сразу, короче, блядь, очко на ноль. Опричники с Путиным на коротке, блядь, общаются. Про детали спросили, для Крымского моста там или что? Или про пробки? Да, да нет, это Кулик безумный позвонил. Кулик безумный звонил. Да он безумный. Деталей нет. Не желаю я с ним общаться, короче. Чугуна не хватает, состав не пришел. Пацаны, подписывайтесь на наш канал. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.